Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Впереди много интересных видео, экспериментов. Короче, сегодня 8-й день с момента установки ультрафиолетовой лампы. Ультрафиолетовая лампа на 36 ватт. Каждая по 36 ватт, всего 72 ватта. Вот. Как видите, я переделал систему. Короче, у меня теперь... Вот сверху сливается через одну трубу, все отлично проходит. Вот. Вот так сделал. Вот так сюда и сюда. Вы видите, как много воздуха подсасывает. Она булькает, да? Это она подсасывает оттуда, когда сливается. Она неполноценным напором идет, а подсасывает воздух. И получается. На всем протяжении вот этой магистрали она с кислородом перемешивается с воздухом. И вот дегазация, насыщение кислородом воздуха происходит. Прошел сутки с момента отключения озонатора, да, потому что вот озонатор, вот так у нас у меня переход был. Вот видите, я снял, да? Сделал вдоль этой. Я его, скорее всего, подключу, я его вставлю где-нибудь вот здесь, посерединке, как бы, пускай работает, хуже не будет. По воде. Ну, как видите, да, ну, как бы, в зелень уже не так сильно отдает. Видно бочка. Что могу отметить? Вот, видите, начали водоросли расти. Вот такой вот мох. Он прямо такой гладенький, как велюр. Прямо велюр гладкий-гладкий, обалденный на это, на ощущение. Вот. Соответственно, это получается высшие водоросли, да, низшие водоросли, или как там, да, одноклеточные, уже начинают уходить, потому что вода вот такого цвета становится. То есть не зеленая. Она прозрачная, она почти до дна прозрачная, но вот какой-то оттенок есть, я не знаю, чем это связано, почему вот это полумуть или как это, но как бы результат налицо, да, вот видно, как все происходит. А здесь что? Зелень, да не зелень, вот такого цвета вода, то есть она не зеленая, она вот какого-то серого, что ли, хрен пойми какого цвета. Ну, рыбку видно, он плавает. Но вот этой четкости нету. Не знаю почему. Как бы и на улице уже холодно. У нас уже 4-й день. Холод. Где-то, ну, плюс 5 на улице. Холодно. Вот. Но здесь градусов 20, наверное, вода. Не знаю. Вот, так что такие вот дела. Так, ну получается, да, компрессор не работает, озонатор не работает. Этот компрессор я оставил, пускай работает. Хуже от этого не будет. Вот, так что такие вот дела. Рыба что-то перестала есть, мало кушает. Я хочу кормушку сейчас, ну а сейчас она опустеет, да, вот там чуть-чуть осталось. Хочу полностью перестать через кормушку кормить, а вот там пару раз в день просто приходить и самому кидать им. Потому что что-то, то ли они обожрались, то ли это, хоть понимать, едят они и не едят. Так вот в колечко это будут насыпать определенное количество еды и буду понимать, съедают они или нет. Вот. Ну, вон видно, плавает там. Они возле аэратора там тусят. А так иногда они вот против течения прямо это стайкой так встают и плывут против течения. Тренируются. Вот, так что вот такие вот дела. Ну, вот он по дну плавает. Карпкоя, видно его на дне. Ну, конечно, хотелось бы воду прозрачную. Но по сравнению с тем, что было, ну, она реально, она такая, блин, чистая. Ну, вот что-то там в ней есть. Не знаю, что, может, подскажите. Вот, вот это вот. Может быть, у меня такое подозрение, что это водоросли, вон они поплыли. Водоросли вот эти сине-зеленые, да, они когда
через ультрафиолет проходят, они облучаются, становятся такими серыми. И вот, вот это вот они плавают, как бы уже отмершие, умершие. Вот. Так что вот так. Что хочу сказать. На данный момент у меня получается работает на насос подает в мешок 150 микрон. Как мы определили, 150 микрон это больше в два раза чем, ячейка, чем у меня было. У меня была сетка 80 микрон. Я поставил эту сетку 150. Короче, почему-то мне казалось, что если больше микрон, значит это меньше, как сказать, ячейка. Ну, по крайней мере, на AliExpress там так показано. Допустим, монетка лежит, и вот 80 микрон ее идеально видно, а 150 микрон ее еле-еле видно. Ну, там, или 300 микрон вообще не видно. То есть, такая затемненная. Вот, поэтому я и купил 200, кажется, микрон сетку. Вот, мне уже пришла, завтра поеду, заберу. И 300 микрон. Ну, короче, будет понятно. Там даже написано было, что 300 микрон, типа, для питьевой воды. Это, ну, окей. Для питьевой, это так, для питьевой. Может, в мерчах, да, там кто-то говорил, что мерчи – это плотность. Может, это мерчи. Честно, не знаю, ребят. Вот придет завтра сетка, принесу и посмотрим, какая где ячейка. Вот. Только что приехали на улицу, ночь. Ну, как ночь, 10 часов вечера, уже темно. Только включил прожектор. Ох, рыбка сейчас отдуплилась, спала, наверное. А тут свет включили. Ну и сразу сюда подперлась. Еще почему они здесь тусят, скорее всего, я больше чем уверен. Потому что там же у меня получается весь бак с водой, и на дне, ну, осаживается ил, да, и я открываю, когда там маленькие комарики вылетают, ну, то есть там, видать, это, как сказать, развивается вся эта шняга. И вот она выливается сюда, и они ее здесь ловят, поедают. Мне кажется, это так. И поэтому они, может, и перестали хавать эту комбикорм. А тусят вот здесь на выходе. Вот. Так что такие вот дела. Да, ультрафиолет работает. И все же я хочу сделать, чтобы вот так же через мешок, да, очищалось. Там была биозагрузка засыпана. Ну, как бы, вот плавающая моя, но она чтобы сухая, чтобы вся вода сразу же выливалась через низ, и дополнительная дегазация была, и на вот этих биозагрузки росла биопленка, бактерии всякие, чтобы они помогали очищать, потому что я уверен, что это помогает. Ну и дополнительная дегазификация и аэрация происходит. Вот, собственно, такие вот дела. Не знаю, куда малек спрятался, что-то ни одного малька не видел. Но уже поздно, спят. Нормальные люди и рыбы спят. Вот, они нормально снимают видео по ночам. Так что такие вот дела, ребят. Прогресс есть. Вот, вода становится прозрачной. Вот, рыба тоже появляется на плаву. Уже не, ну, меньше пугается, она же... Кто это тут? Вот. Меньше пугается, чаще выплывает. Ну, соответственно, интереснее так. Вот. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, кто помогает финансово. Увидимся в новых видео. Пока.